Я хочу сказать родителям, что когда вы узнаете диагноз аутизма, самое главное – верить своему ребенку, потому что то, что мы читаем по интернету или в книгах, что с этими детьми тяжело, да, все это есть, но если мы верим в своего ребенка, у нас всегда есть шанс его вытянуть. И потом я всегда часто это пишу, даже в социальных сетях, что нет такого аутиста, которого ребенка с аутизмом, которого нельзя чему-то научить. Все равно даже самого тяжелого ребенка можно научить. Поэтому родителям всегда говорю, что надо просто верить ребенку и смотреть, какие у него интересы. Это очень многое дает. И самое главное, конечно, если вы уже видите ребенка 1.5 года, например, что он не отвлекается на свое имя, что он не проявляет вам какой-то любви, обязательно надо пойти к специалисту, пойти к врачу и выяснить, потому что это во всем мире самая ранняя коррекция может дать хорошие результаты, и можно вытащить этого ребенка и помочь им.